За 15 минут до. Мы готовимся. Да. Придут? Придут. Мы просто уверены, придут много и очень хороших ребят. Это будет лучший набор. Как у вас настроение? Ой, настроение отличное. Какие прогнозы? Прогнозы, что у нас будет проходной балл 93. Жара такая. Да придут сейчас. У них онлайн, может, они подумают, придут, что... Придут. Доброе утро. Друзья, всем привет, это дневник ФНТВ. Сегодня 20 июня 2021 года. Ну что, мы традиционно стартуем. Начинается большая приемная кампания 2021. Мне кажется, для нас, университета, который регулярно побеждает во всех рейтингах, во всевозможных рейтингах, вот сейчас происходит самый главный рейтинг. Выберете ли вы финансовый университет, придете ли к нам учиться, вот это и есть главный показатель эффективности вуза. Приемная кампания 2021. Мы начинаем. Поехали. Абитуриент. Вот и наступила самая горячая пора для абитуриентов и для приемной комиссии. Это, собственно, наш прием. В этом году мы традиционно принимаем наших поступающих всеми доступными способами и лично, и через информационную систему университета, и через суперсервис, и даже через почту. Посредством почты можно подать свое заявление. Не забывайте перед тем, как вы решили посетить нас с визитом, заполнить электронную анкету, потому что без заполнения электронной анкеты ничего у нас с вами не получится. Ну и удачи! Желаю всем успешного поступления и чтобы мечты сбывались. Привет, абитуриент! Ну и, конечно, главное событие сегодняшнего дня – это абитуриент номер один. Пойдемте караулить, время 9:59. Встречаем первого абитуриента 2021 года. Ну, я училась в колледже информатики и программирования при финансовом университете. И вот решила поступать в этот университет по окончанию колледжа. Ну, вы ошарашены, счастливы, что вы первый абитуриент 2021. Да. Самое первое пришла. Какое, такое вот стремление. Ну и, конечно, сегодня не только здесь, в Москве, стартовала приемная кампания 2021. Сегодня каждый наш филиал, а у нас их 27 по всей огромной стране, каждый филиал распахнул свои двери для абитуриентов. Давайте свяжемся с филиалами, узнаем, как у них дела. Здравствуйте. В Липецком филиале также начала работать приемная комиссия. У нас прекрасная солнечная погода, такое же хорошее настроение. Мы ждем наших любимых абитуриентов и желаем всем хорошего приема. Дорогие друзья, Орловский филиал финансового университета при правительстве Российской Федерации рад приветствовать абитуриентов всей нашей замечательной страны. Мы готовы принять вас лично в нашей приемной комиссии Орловского филиала. Те, кто еще пока не готов прийти к нам в гости, у нас есть отличный личный кабинет абитуриента, в котором вы можете подать документы из любого уголка нашей страны и даже земного шара. Добро пожаловать! Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Ну что, а тем временем в Москве сегодня почти плюс 35. Надеемся, что это никого не остановит. Потому что время поступать в финансовый университет. Мы желаем всем удачи и до новых встреч в финансовом университете при правительстве Российской Федерации.